Say nothing's gonna keep us apart. My body gotta be where you are, you are. Ребята, всем доброе утро. Доброе утро. Блики, конечно же. Здрасте. Лика, как всегда, в телефоне утро проводит. А Максик? А Максик, Максик. Как всегда, как Максик, а что-то там ушко у нас немножко. Он расчесал, я замазала сейчас зеленочкой. Зеленочкой, да, Максик? Да, расчесал он что-то ушко. Смотрите, сколько у меня куколка. Ой, какие красивые у тебя куколки. Какие же красивые у тебя куколки. Макс, в общем, я хотела вам показать, что караулит. Вот что он караулит. Он вот что караулит. Он думает, что сейчас я ему розочку прям так раз и дала пожевать. Но он ошибается. Мы сейчас будем завтракать. Миланка уже позавтракала кашку. Я сейчас варю гороховый супчик. И мы будем сейчас пить кофе с кое-какими вкусняшками. Макс, ты тоже в ужасе, да? Вот это вот что значит мужчина, да? Никогда... Макс! Вот что значит мужчина не приспособленный. Ваза стоит для конфет. Наш папа для фруктов положил конфеты, а? Это нам бабушка передала. Конфетки. Ну куда ты их выкладываешь? Что-то дырявые какие-то пакеты. Да уж. Пакеты дырявые. Вообще. Можно Максу дубочек дать? Не надо. Дубочки я никогда не давала, я боюсь. У нас вот еще цветочки, вот такие дубок. Ну не надо дубок вам давать. Я не знаю, что с ним станет после дубка. Самому проверим. Не надо. Это хороший цвет. Цветы ядовитые для котов, не надо. Еще он розы иногда поедает, вроде ничего, так сходит в туалет, и все нормально. Это нам бабушка передала. Это хризантемы, это не дубки, да? Нет, это хризантемы. А что такое дубки? А мне кажется, дубки и хризантемы практически одни и то же. Нет? Старинное название? Да. Может быть. Может быть. Ладно, мы будем пить кофе или как? Черносливый. Нет, не могу. Дай. На, держи вот черносливо. На завтрак мы будем кушать вот такой вот пирог ягодный. Мы вчера брали в гости очень вкусный пирог, да? Нежный такой, ягодки такой вкусные. И я вот такая... сейчас, наверное, в гостях его не успел попробовать. А я успела попробовать, за тебя попробовала. Много народу. А! Что такое? Поджегся. И вот такая вот кулебяка. Так что... Мишка? А? Зайчик, Мишка? Мишка, коса. Валера. Валера? Макс. Макс, расскажи, как у тебя дела? Как? Жду цветочков, скажи. Так, ладно. Все, давайте режем вкусняшки. Кофеё готов. Мы сейчас будем завтракать. Всем приятного аппетита, ребята, кто кушает вместе с нами. Пирог кто-то пробовал или еще пока нет? Нет? Ну, я думаю, будет вкусненький. Мы с Ликой пришли в магазин. Ой, что так скользко-то? Не знаю. Что так скользко-то? Так. Идем с Викой сейчас в фикс-прайс. Мне лично нужно в фикс-прайсе. Ну, Лика сказала, что там вроде все можно найти, что мне нужно. На Милану канал с ней будем снимать видео. Девчонки будут делать челлендж. Девчонки будут делать лизуны. Так что, кому интересно, заходите на Милану канал. И еще раз говорю, канал называется Мими Шоу. У нас раньше был канал Мила ТВ. И, наверное, многие путают с ним. Говорят, что там уже год как нет видео. У нас новый, давно уже новый канал, называется Мими Шоу. И ссылочка на все наши каналы, в том числе на Мими Шоу, в описании под видео. Поэтому заходите, там часто выходят видео. Заходите, смотрите. В общем, девчонки сегодня будут делать... будем снимать видео челлендж с лизунами. Будут делать лизуны. Да? Да. В общем, мы пришли в фикс-прайс. Так, Лик, что нам нужно там? Лика выписала список. Лика, мыло нам надо, да, какое-то? У нас мыло есть, но его мало. Давай еще возьмем. Да, доставай свой список. Так, вот мыло. Какое возьмем? Желтое или зеленое? Ой, зеленое то есть или красное? Розовое.
Розовая? Милана сказала, я хочу розовую. А значит, берем розовое. Вдруг Милане попадет спись розовое. А есть еще вот такое розовое? Вот такое. Вот такое, да? Какое-то оно такое перламутровое, да? Подойдет для лица? Я думаю, подойдет. Почему так. Нет? Да, мыло взяли. Что там нам еще надо? Клей, вот клей. 4 штуки бери. Хватит 4? Наверное, да. Я думаю. Бери 4 клея. Подписчики. Ой, какой красивый. Красота. Дай, очень красивый. Вот так, прям в эту, вот в серединку, вот так. Вот это красота получается у Миланы. Такие рисунки красивые. Очень красиво. Лика! Вау, смотри. Лика! Смотри, так разбегается все. Угу. Краска. Класс. Хватит? Может, да. Еще? Нет. Нет, хватит, ну ладно. А у Миланки... Мамочка, смотри. А у Миланки что было? У нее краситель... Мыло жидкое? А, нет, тоже бальзам у нее тоже. Был. Да. Смотрите, как красиво обеймать, а мой лизунчик. Ну, это еще не лизунчик, но... Заготовка очень красивая. Ну, почти как лизунчик. Ой, правда, как переливать. Смотрите, как ночное небо, да? Да, красиво. Очень красиво. Как будто вот это звездочки, да, так светятся. Я стою, Старалась. Я чуть-чуть добавлю тебе сама, хорошо? Не сама. Нет, ты уже много добавила, просто... То есть слишком жидкий. Ну, еще ликуль, чуть-чуть. Нет, все, не надо, он будет слишком жидкий. Да, думаешь, не получится? Да. Перемешивай, Милаш, аккуратно. Лик, теперь ты. А, подожди, давай теперь я перемешаю. Раз. Хорошо. Хорошо, что никакой не получился цвет. Да? Никакой. Главное, чтобы сейчас желтый не добавил. Точно. Будет зеленый. Ой, давайте. На обед у нас будет вот такой вот гороховый суп-пюре. И сухарики. Я сама сделала сухарики в духовке. Так что мы сейчас будем обедать. Всем приятного аппетита, ребята. Кто кушает вместе с нами. Банана. А я думала, вот это, ну, а вот это от Экна. Крылышки от Экна, Лика, от какой куколки это крылышки? От Лейлы. От Лейлы? Нет, падает. Лика. А? Вот поэтому я говорила, не трогайте крылья. Так ты ж поломала. Ну я говорила, не трогайте, они хрупкие. Ну, не трогайте, уберите. У нас уже практически не остались. Одна пара осталась крыльев. Всё, мне сказала, не трогай крылья. Так сама же ты. Так ей приспичило. Они стояли. Ей приспичило выходить. Милаш, давай уберем крылышки. Да. Хорошо, чтобы не поломали. Нет, я хочу ходить. Нет, Милан, они все равно поломаются. Ты с ними не сможешь играть. Это такие, видишь, не для игрушки куклы. Такие коллекционные. И крылья там совсем хлюпые. Их только ну, если так, реально приклеить, да, можно. И чтобы они уже не снимались. Да причем здесь это подломалось, просто вторая часть крыла. А мы с Ликой смотрим, все продолжаем смотреть сериал «Бегущая от любви». Это уже какая серия? 17-я? 17? Не 18-я. Уже, по-моему. Нет? А сколько всего серий? 30? 33? 19-я уже серия? А всего сколько серий? 30. Ладно, наверное, давай уже всю 20-ю серию на завтра оставим. Уже, да, уже достаточно поздно, уже надо... Да, Олег. Одна серия 40... Одна серия, это не день рождения, это они готовятся, наверное, застолье у них, ну, свадьба. Ах, это свадьба. Но она же сказала, я не хочу свадьбу, просто хочу так расписать. Ну, наверное. Нажми паузу. Людям скажу всем спокойной ночи. Говори. Говорить можно? Можно сказать? Ладно, мы смотрим с Ликой фильм. Сегодня мы, наверное, не будем смотреть больше серий. Уже поздно, уже будем ложиться спать, я так думаю. Смотрит, что он скажет. Да скажет сейчас, что ребенок это его. Ладно, все. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Заходите завтра на наш канал. Всем спокойной ночи и всем пока-пока. Максик. Максик развалился здесь.
Да, Максик говорит всем спокойной ночи, да, Максимочка? Всем спокойной ночи. Всем до завтра и заходите завтра на наш канал. Всем спокойной ночи, всем пока-пока.